получается 4 типа карт. Да, да, да. Внизу, внизу, да, вот подписано. На что? Мафия, полицейский. Да, сейчас расскажу. Так, мирный житель. Правило, как бы, думаю, по мирным жителям знают все, что мирный житель как бы активизируется только днем. Еще играем в упрощенную или не в упрощенную? В упрощенную. В упрощенную. Вы знаете, мирные жители, когда я говорю, как бы, день, просыпаются все. Мирные жители по очереди рассказывают по 15 секунд, да. На каждого дастся по 15 секунд, чтобы дать основание, почему вы считаете, что этот человек там мафия и так далее, и тому подобное. По истечению вот этих 15 секунд начинается суд, который будет длиться, получается, ну, от каждого из подсудимых по 30 секунд. То есть он должен будет свое оправдание. Я даже тоже можно сократить первый вдох, секунд 10 секунд. Ну хорошо, давайте тоже 15. Да. Ну ладно, 20. 20 секунд на то, чтобы объяснить, почему он. Ну, почему он как бы не причастен к убийству. И потом будет голосование, вследствие которого вы уже решите, за кого голосовать. У кого больше всего голосов, тот как бы, ну, по правилам написано было, входит в тюрьму, но по сути будем убивать. Дальше. Доктор. Сколько мирных жителей у нас живут? Сейчас посчитаем. Получается, доктор. Его роль, он может. Уберите, пожалуйста, секунду. Это начались активные роли. Мирные жители, это, скажем так, бесполезные. Ну, это пассивно. Это начались активные. Доктор хороший. Доктор хороший. Он на стороне мирных жителей, и он может днем, получается, воскресить или нет, вылечить. Да. То есть, если он под подозрением какой-то из мирных жителей или не мирных, он не знает, кто мафия. Он может вылечить как мафию, так и шерифа, так и мирного жителя. Да, один раз за одну ночь одного человека. То есть показать пальцем на того человека. Да, показать он хочет. Или чтобы как бы, ну, может кто-то будет такой проворный, чтобы будет слышать там какие-то движения, просто показать типа там кивком, как-то глазами, чтобы я понял, кого вы показали. Доктор будет он явным? Нет, никто явным не будет до конца игры. Тебе покажет? Да, то есть я пока лучший будет видеть всех. Дальше шериф выглядит в баку. Так как у нас количество человек маленькое, то помощника не добавляют. Шериф может ночью тоже по моей команде поднимает, как бы, или открывает глаза, или поднимает голову, и может получить сведения на какого-то из людей. Ну, показать как угодно. И я скажу, мафия или не мафия. То есть, так вот, он вычисляет мафию. Мафию. Да, вычислить. Но при этом он не должен. Да, но при этом он не должен говорить, что он шериф. То есть, мафия его сразу убьет. То есть он должен приносить говорить какие-то аргументы, чтобы ему поверили. То есть он не может сказать, я шериф, мне там ведущий показал, что там Виталий, допустим. Ну я понял, он типа мирный житель. Да, он мирный житель, но с расширенными полами. Да, он знает, кто мафия. Да, то есть тоже за одну ночь один человек. Дальше мафия, думаю, в представлении не нуждается. Я думаю, сколько мы? Там эти две мафии, да? Три. Минимум три. А моя, а сколько? 12? Здесь любовница, Оля. Чья? 12. Мафия, мирный житель, чья любовница? Будет всего, мафии будет 3. Когда я говорю, как поднимается, просыпается мафия, мафия поднимается, знакомится друг с другом. Только тихо, чтобы мы не узнали. Да, чтобы не знали. Да, чтобы не знали. Мы между собой убивали. Да, ну вот, короче, не упрощенный. Мария убивает все три. Смотри, а вот да, да. Ну, то есть они должны сказать, конечно, как они должны как-то решить, кому они советуются, когда город спит. Они советуются. Да, да, все знают. Ну, например, мы с тобой матерью. То есть такие, как бы, телодвижения не слышно, но они... Ну, ведущий все равно будет подсказывать. Доктор просыпается. Теперь должен вылечить любого человека. Он будет ему подсказывать. Или мафия должна определиться, кого хотят убить.
мафия там проснулась и определяет. В неупрощенной версии мафия как бы на обум голосует, и она может промахнуться. Но я думаю, это слишком больно, тяжело и скучно. В общем, по мафии все понятно, да? Да. Да. Любой шаги себя. Потому что шериф может проверить. Да, он может проверить, кто мафия, кто не будет желательно шерифа и доктора. То есть на основании дневной дискуссии делать какие-то определенные. Дальше любовница или девушка легкого поведения по-разному трактуются. Она может заблокировать. Кто это? Проститутка? Это что? А? Она может заблокировать спецспособность. Ну вот, допустим, у доктора он может вылечить. Если к нему приходит любовница, он одну ночь пролетает. Как пролетает? Подожди, она разве не лечит? Она просто тоже. Ну, она нет, она не лечит, она блокирует. Я прочитал специально правила конкретно для этой. Потому что, ну, каждая шмахера. Любовница, и может быть и мужчина, чтобы как бы не было привязанности к полу. Она может, Оля, как бы, когда я скажу, просыпается любовница и как бы делает выбор. Она может пойти к любому человеку, кто тоже не знает, кто мафия, кто мирно, то есть, и, допустим, выходит она к шерифу. Точно. И, допустим, она показывает шерифа, шериф одну ночь блокирует. То есть он не может мне, у меня узнать, типа, проверить человека. А, на смешке? Также мафия не может убить. Все разбавлено. Не виски, а другое. Если что? Если она пришла к мафии, мафия же не может быть правильно убить. Получается, да, получается, не голосует. Где любовница? Да, получается, тогда мафия не голосует и пролетает. Это пролетает кино. Да, можно я пойду спать? Это интересно. Это самое тяжелое. Ты будешь маньяком. Короче, когда я говорю, просыпается маньяк, вообще на любого можно указать, и любого это тебе и Оле на него. Маньяк должен выиграть вообще всю жизнь. Маньяк должен выжить. Да, маньяк. Он должен быть он должен остаться один. Ну, ему пофигу, короче. Да, держите. Вообще, он сидит, стоится где-то. Давай две чашки, Андрей. Андрей. Это все будем говорить. Она блокирует вот эту спецспособность. Ну, типа она пришла, но второй доктор не может. Да, доктор не может вылечить. Оля! А как это узнает? Это ведущий знает. Но проститутка, она всегда к кому-то придет обязательно, да? А вот здесь теперь вопрос. Никому не верьте. Не доверяйте. Никому. Потому что здесь
Если что, да, носите Олю. Она профессиональный рок, она может обмануть. Да ладно, ты у меня сразу хочешь у меня загасить. Я хочу 100 лет в год. Так, еще раз. Нет, раздавай. Крупье. Получите, никому не показывайте. Уже смотрите. Ты вот так вот лучше руку не поднимаешь. Потому что мы все видим. Я ни хрена не вижу. Оля моя, твоя. Лиля, Андрей, Лера. Можно на реакцию посмотреть. Все изучили. Все узнали, кто, кем они являются. Тогда город засыпает. Только по-честному, закрывает. Да, город засыпает, все закрывают глаза или опускают голову. Умёха, подскажи, что у кого-то буквально было умерено. Давайте еще раз. Так, все засыпают. Давайте посмотрим. Еще раз. Так, еще раз. У кого мирный житель, женщина с буквой М на лбу? Пальцы не надо показывать. Не, можете показать. Все изучили. Все изучили. Досконально изучили. 100% железобетонно. Все, тогда город засыпает. Просыпается мафия в составе трех человек. Так, мафия познакомилась. Теперь мафия засыпает. В принципе, мафия никого не убивает в первую ночь. Поэтому теперь, так, мне что нужно узнать. Получается, давайте любовница просыпается. Серьезно? Просыпается шериф. Шериф. Теперь просыпается доктор. Доктора увидел. Получается. Маньяк. Называется маньяк. Маньяка увидел. Так, теперь все засыпают, просыпаются. Ой, спим, блюз. Ой, все просыпаются. Ну, так, я же сказал, все просыпаются. Все просыпаются. На обсуждение, ну, я не знаю, может просто дать минуту. Каждому 10 секунд время уже. Я слышала, что шериф был с той стороны. Ну вот мне показалось. Шериф, значит, шериф там. Доктор был здесь, потому что вот, вы слышали, да? Доктор. Как время закончилось, правда? Ну, первый круг надо ознакомиться, понять, кто на чьей стороне. Я еще плаваю в этом всем, пробная игра. Но я думаю, что шевит, да, где-то в той стороне. Все, продолжаем. Я скажу так, когда быстро, ну, как все стали, например, мирные жители, если активная роль, они открывали, они открывали глаза. Я открывал глаза, потому что когда после того, как проснулись, вот здесь два человека. Все время закончилось. Мы сейчас будем эфирующим мафию, да, да. Ну и голосовать. Очень мирные жители, я вам скажу, Наташа, Андрей.
подняли свои карты. Каждый знает, какие у них карты. Зачем они подняли карты? Я не видел, я всех не могу. Я точно видел. Все, все. Мафия, ступай. Он где-то там... Он коренной. Да, ДНК, короче говоря. Все, время. Я по первому кругу ничего не могу сказать, я точно мирный житель. Все, время. Капитан моей команды. Я хочу сказать, я всегда обращаю на интуицию голос ведущего, когда он с кем-то разговаривает или что-то говорит. Это всем мирный житель, чтобы все понимали. Слушайте. Ну, маньяк однозначно. Сто пудов. Хорошо. Первый. Вот так не сделал. Во-первых, ночь что делать? Нет. Все, все засыпаем. Конечно, вообще не видно, если... Спим, спим. Не слышно. Спим. Так, просыпается любовница первая. Так, любовница сделала свой выбор. Теперь просыпается мафия. В составе трех человек. Делайте выбор. Мафия сделала свой выбор. Засыпает мафия. Просыпается шериф. И последним просыпается маньячел. За кого маньяк? Маньяк сделал свой выбор. Все просыпаются. По истечению нашей прекрасной ночи погибаете вы. Тихо, подожди, сейчас. Тебе дадут слово. Почему? А, это Мил, я знаю. Объясню, почитал. Саша был один дорожный. Можно к нам? Можно к нам? Он может сбивать людей. Он это делает. Он подтвердил по фразе, Ну, так как тут коллективное мнение про Дона Мафии, Дон Мафии это тот мирный житель, у которого буквально.
чтобы разделять ее карточки? Или мафия хочет сделать выбор в тонке? Шерифа увидел и маньяк. Маньячела увидел маньяка. Так, маньяк засыпает. Эй, все просыпаются. Папа, можно твой пепси? Начинаем. Откуда начинается? Мысли. Там в том кафе. Не знаю. Аргумент. Дальше. Я пока не одобрю. Я тоже. Как первый круг. Или первый круг не будет. Не будем, будем. Теперь непонятно, когда он говорит, кому он говорит. Мы посмотрим на мимику. Все, время. Честно, я мирный житель, поэтому я хочу выиграть. А, все так могут сказать. Но вот за этого человека сразу хочу сказать, он играет активную роль. Может, он и доктор, может, и мафия. Я думаю, что все понимают, что нет никакого никаких оснований на кого-то обманывать, но я бы просто убрал, сказал бы мафия, ну, просто... Андрей. Да, пассивная позиция у вас, конечно, любую пассивную позицию. Я думаю, что... Ты не любишь пассивную? Ты ж моя, я тебя не могу взять. Оно в тебя будет пальцем тыкать. Тетя Оля. Тетя Оля. Я не вышла. Я не вышла. Он
Я мирный житель, что я вам хочу сказать? На нас всех остальных пока не скрипит. Я бы сразу обозначил, возможно, вот эта мафия, один и второй. Пока у меня подозрение на них, потому что они ведут себя чуть-чуть эмоционально. Не пассивно. Да, необычно. Да, я не люблю активную позицию, поэтому я бы Александра убила сразу. Ой, сестру на всякий случай. Она семью решила истребить. Вырезать, чтоб квартиру отжать. Я мирная, честно, могу зуб дать на течение. Ну, то в первых трех словах сказать, но когда человек пассивный, согласен, плохо, но когда чрезмерно активный, тоже вопрос. Все, мирно жить. Давай, Саша. Понял. Теперь город засыпает, все заснули, все уснули. Просыпается доктор. Выбор делаете, доктор? Тебя не полечат, сядь. Доктор сделал свой выбор, просыпается любовница. Выбор делает любовница. Любовница сделала свой выбор, просыпается шериф. Доблестный служитель порядка, шериф делает свой выбор. Шериф сделал выбор. Теперь просыпается маньяк. Маньяк делает свой выбор. Так, маньяк сделал свой выбор. Ну и наконец-то мафия в составе трех человек. Мафия делает свой выбор. В сторону кого? Мафия делает выбор. Мафия сделала свой выбор. Все проголосовали. Начинается день. Все просыпаются. Кроме... данного господина. А не раскрываем, не раскрываем концепт, известно. Подождите, давайте тогда согласуем всех, кто сидит. Будем открывать карты или будем, нет? Будем. Я считаю, это оп, во-первых, здесь половина новых. И они должны открывать и думать, что делать. Ну, потому что это будет проще. Это когда уже кто играет, более-менее. И последнее слово, да. Смысл? Если мы карты скрываем, он может сказать. Показать и последнее слово дать. Нет, ну если хочешь. Хорошо, одно. А кстати, а почему мафия в конце, а не первая убивает? А да, как же доктор может вылечить? Ну, да, мафия. Нет, а он их просто со стороны очень хорошо. Да какая разница? А перестановки мест слагаемых сюда не знаю. Сарна, показывай кто-то. Там его любовница. Ну да. Лучше умереть сразу. Слушай, явно меня убил кто-то из этих двоих. Я мирным жителям даю на мост. Убейте, замочите. Ты, короче, не со мной, да. Я следующая. Тихо. Я забыл, кого убили еще, может, в городе снег, потому что народу много. Еще убили кого? Да, убивают же по одному. Нет, мафия и маньяк. А, ладно. Так, давайте, чтобы маньяк просыпается. Теперь маньяк засыпает, просыпается мафия. Повторите свой выбор, пожалуйста. Все, сделали выбор. Все просыпаются, кроме вас. Да за что? Ее монет замочил, да? Нет, не знаю. А, неизвестно? Неизвестно, я ж не буду говорить. Кто-то кому-то монет, кто-то монет. Так, теперь вообще. Мирный житель. Мирный житель. То есть минус мирный житель. То есть по истечению сегодняшнего дня мы потеряли жителя нашего прекрасного города и тоже жителя прекрасного города. А теперь начинается обсуждение. Да что ж ты будешь делать? Я Леша высказал. Тихо, ребята. Виталий. Леша высказал теорию, его спрашивали. Значит, это кто-то из тех, кого подозревают. Да. В спортивном костюме. Как зовут? Саша. Я думаю, Саша.
Ну, я думаю, что мафия находится где-то там. С этой стороны убили человека, с этой стороны целенаправленно убивают. Оля, тихо. У меня мысли, скорее всего, те, кто говорят, что они мирные, что-то там неладно. Хорошо, ответ защита. Так подожди, надо пальцы сразу. Хотите с чего? Нет, это потом, это не потом. Я думаю, вы зря хотите меня убить, потому что из-за того, что плохая оппозиция, я помогу мирным жителям вынести очистить воду, Понял, тетя Оля. Мафия 100% в том углу, в моем углу. У меня есть что сказать, мне есть много что сказать. Я постараюсь сложить за 10 минут. Сейчас Леха тебя зарубит. А я ж не маньяк. Послушайте, у меня есть четкое мнение, то, что большая часть стоит мафия в той стороне, потому что они быстро прыгнулись глазами. Быстренько с того края убрали. Возможно, где-то сидит кто-то один с этой стороны, но большая часть там это Ира и Оксана. Я вот это вот два моих первых идти. Ответ приятный, поздравляем. Мне кажется, тут все мирные жители, все хорошие. Хорошая позиция, продолжаем. Вот я считаю, вот кто активную роль играет, тот активно себя ведет. Андрей, я тебя кумру люблю, но не сегодня. Оля, вот вы все мафия по-любому. Вы просто активно включились в игру. Не, ну сегодня без обидчиков. Всемирное голосование. Прошу проголосовать. Поехали. Он выиграл всю игру. Подождите, я сама понимаю. Вот тут мама. Сейчас мне такого вода там. Я выбираю одного человека, но вы не считаете, что он мафия. Да. Следующий. Ну тащи машину, понимаешь? Какой-то почерк для зрителя. Виталий у нас, да? Виталий, я держу. Я бы познакомился. Приятно. Я за Наташу, я за Наташу. Давайте, да, Наташа. Она мне угрожала.
Мне и моей семье. А своего мужа. Оксана. Ты не взял. Я не могу сказать Лида. Нет, кого не надо брать. Смотри, я не могу. Андрей, да? Я уже давно находила. Алексей, Андрей, Чупи, да? Андрей. Валера, убей! 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 Валера, мы не участвуем. Да, между Оксаной и Олей. Да. Поехали, отвяжусь по часам. Оля. Оля. Мам, ну что, поздравляю. Не-не-не, они не голосуют. Ну они же как-то перчатые. У кандидата фига. Саша, твое. Ого. Оля, твое. Оля. А ну показывай. Показывай, давай. Тетя Оля. Мафия. Кому я мешала, как мирный житель? А? Карточку давайте. О, вообще, блин. Нет, ты самый милый. Красавчик. Все знают, что я не могу понять. Что я активно молчу. Ну теперь делайте выводы, мирные жители и все остальные. Кто здесь против кого топит? Все, засыпаем, да? Все уснули. Он уже спит. Я думаю, да, можно смотреть, чтобы понимать, кто есть кто. Просыпается доктор. Доктор делает свой выбор. Пойду кого. Доктор думает очень долго, думает доктор. Доктор сделал свой выбор, доктор засыпает, просыпается шериф. Шериф кого хочет проверить? Шериф проверил по своим базам, просыпается маньяк. Маньяк делает свой выбор в пользу кого? Маньяк хочет убить, взять, зарезать. Маньяк сделал свой выбор, теперь просыпается мафия в составе трех человек все еще. Дон мафии делает свой выбор. Дон мафии сделал свой выбор, теперь все засыпают опять и просыпаются. По истечению сегодняшнего дня, за эту ночь, к сожалению, вы выбыли из игры. Так последнее слово шериф. Шериф? Слушай, подождите, а вот он может это говорить? Нет. Вот, а последнее слово у него. Последнее слово. Он может имя назвать. Может, а почему он? Кого он проверял? Он может? Нет, Лида, я...
Я сказал пальцем на кого-то. То есть я не знаю, предыдущий город, это мафия. То есть, значит, я сделал выстрел, я убил кого-то. Если я попал в мафию, я мафиози убил. Совершенно верно, почему я спрашиваю? Так шрифт не вливает. Он проверяет. Мне ведущий сказал да. Будет неинтересно. А, значит, ты попал в мафию. Вот тут это и надо было услышать. Спасибо. Нет, говори, говори. Ага. Понятно. Но я не говорю. Давайте, высказываем по 10 секунд. И Андрей. Я? Супер. Потому что я был голословный. Я мирный житель. Слушайте, у нас есть... Я вообще сначала... Если бы меня не убили... Сейчас вы заснете, не узнаю, кто они. Я вам уже не знаю. Понял. Я запуталась сейчас окончательно, но получается остался жив доктор, да? Он там. Мафия, может, и здесь. Вот там, вот по моему интуитивному, вот там доктор. Может, даже это Саша? Я придержусь, два парня, они были все, но Андрюха и Алексей, правильно, да? Богдан? Андрюха на меня тыкал, а Леха тыкал куда-то себя, на воду. Честно, прислушайтесь, давайте убьем Лиду. Мы, мне кажется, мы угадаем, что это мафия. И поверь. Все, время. Смотрите, четко это же факт. Мафия, кто? Сидел Коль, я тоже его убивал, короче, но это явно, посмотрите, кто, смотрите, проще было убить его, чтобы, короче, не убили его, ну, понимаете, да, то есть набомбили 4-5 голосов, все, начинаем, короче, чтобы хотя бы ее убрали. До меня уже было 4 голоса, Виталик, Оксана, я проголосовал, Валера проголосовал, Андрей проголосовал, убрал, следующий не помню. Я думаю, мафия там, да, потому что Колю вся та половина убивала, и Валера тоже. Тихо. Послушайте меня 100%. Потому что я когда попросила парня сказать, что мафия, он сказал сразу молчи я. Ну это 100%. Он может убить меня, но я еще не сказал. И он на меня сразу топит, потому что он знает, что я убила его. Продолжаем. Тебя, Лев, говори, высказывай мнение. Скажи, убейте. И следующий фильм я убью. Вот увидите, вот мне смотрите, Кирка, смотришь, что Кирка сидит, да, вот Коля ее обвиняется. Вот они перенесли печь, это я высказалась, только что. Вот и так, как было. А сейчас у меня была. Она была кивнула. Кира как-то не складывает тоже, мне не нравится. Я не знаю, что дальше. Все, время. А ты с кем? Блин, ну, я поддержу, Виталик, вот ты как-то покраснел, и тебе, как всегда, везет, ты всегда мафия, вот сколько мы не играем, ты всегда мафия, а ты и вот Саша, вот как будто мафия, да, да. Виталик, надо было ехать на рукавицу, да. Все, одному, тихо, объявляю голосование, прям говорим. Доктор лечил, нам не подала. Как вообще другой шаг. Можно вопрос еще просто?
Кто знает кого вообще, в принципе? Вот сейчас, кто кого знает? Мафия мафию знает, раз я понял. Что еще? И шериф знает, да? Потихоньку. Шериф мафию. Узнавал мафию. Когда все засыпали, он тыкал пальцем. Узнавал, он мафия. Ведущий говорит, он мафия. А сейчас шерифа нет. Да, шерифа убили. Так, все, тихо, голосуем. А, еще один момент для доктора послания. Для доктора послание, что нельзя лечить мертвых, только живых. И два раза в одну не попадет. Нет, кстати, доктору можно лечить один раз себя. И всех по одному разу. Нет, он всегда пальчит, что значит всех по одному разу. Он может не успеть. Меня один раз можно. А что ты мне? Все, все. Не знает, если его мафия убила, чтобы себя лечить, правильно? Все, без вопросов. Он знает. Может, догадаться. Не знает, да? Все, ладно, продолжаем. Или ребята, или вот девушка, но я думаю, что ребята, наверное, мирные жители, вот бы, как дыма, поэтому я думаю, она да. Пальчик поднимите, девушка. Я думаю. Так, ну сейчас мафию, да? Да. Да, вот кто прячет, вот тут. Откинься подальше. Лиля. 100%, 1000%. Я думаю, что правда, Лиля в деталях. Лиля сегодня не заведет, она все равно потеряет руки. Но это не так. Так, два фаворита, 4 Виталий. Мирный житель. Вот, это последний раз. Вот три мафии. Плюс, послушайте, у меня есть все. Вот три мафии. А я хочу показать еще это. Мама! Маньяка! Теперь все живые засыпают. Все живые засыпают. В принципе, мертвые могут остаться... Можете тоже поспать. Вот и что. Так, все уснули живые, да? Просыпается доктор. Доктор делает свой выбор. Доктор сделал свой выбор. Теперь просыпается любовница мертвых. Шериф. Просыпается маньяк. Маньяк сделал свой выбор. Ну и просыпается мафия, заставив все так же 3 человек. И мафия делает свой выбор, решающий. Кто же сегодня покинет наш город, но, к сожалению, не живым. Мафия, давайте тяну время, пытаюсь, давайте выбор. Мафия сделала свой выбор. В принципе, все могут проснуться. Могу поздравить мирных жителей. Погибло не 2, а 1 человек, Оля. Я же говорила, по-любому, я мирный житель. 1, 2, 3, Господи, с кем я живу? И маньяк, и мафия сделали один и тот же выбор. А никто не знает. Доктор того порешит.
Я не уверен, как бы, ну, ничего не могу сказать, то есть я на вас. То есть я думаю, что или неопытные игроки, или же, возможно, просто нет участия. Но больше всего, что очень даже интересно. Привез Андрей и Ольга. Да, мнение а что, мы же голосуем, что ли? Не-не-не. А я не моя Привет, Александр. Валера. Ты у нас там хорошо собрались. Валера. А я вообще нет. А, вас же не убили, простите. Простите. Валера слишком спокойный, сами слишком активны. Какие-то руки у них знакомые. Короче, ребят, давайте послушайте, особенно вы, девочки, ну поддержите меня. Вот да нет, выгоди с вами. Вот они мафия. Вот честно. Все, вот я вам честно говорю, что это нет. Мнение высказано теперь, голосуют. Ой, Оля, я просто. Ну я за Сашу. Саша и Валера не голосуют. Либо Саша, либо Валера. Я думаю, Валера мирный житель. Нафиг это. Это Саша, Валера. Вот так! А кого замочили? А,
вот, все понятно теперь. Кем ты живешь? Так, теперь что-то будет. Ладно. Подожди, а сколько вы знаете жителей? Мы еще даже не определили три мафии. Как думаете? Задумайтесь, игроки. А поднимите руку, кто остался в живых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все засыпают. А последнее слово. А, да, последнее слово. Тогда все засыпают. Чтобы, давайте не держать интригу для Александра. Все уснули, все уснули. И просыпается мафия. Мафия проснулась. Теперь мафия должна сделать свой выбор. Мафия сделала свой выбор, засыпает мафия, просыпается доктор. Кого же выберет доктор? Доктор сделал свой выбор. В принципе, все могут проснуться. Наталья, простите. А потом, когда я увидел... Спасибо, зять. Он меня застал. Я же мертвый маньяк. Вот кому мешал мирный житель? А? Мирный житель. Давайте. Так, давайте, слушайте, мирные жители, надо как-то подсобраться. Давайте начинаем. Ваши чего ты осталось? Откуда мирные жители? Три мафии. Откуда у вас осталось? И четыре жителя. Четыре жителя. В том числе и доктор. То есть три жителя. Так, все, тишина. Все, мы молчим, Саша. Я вам говорил, что это не было. Саша. Это ты мне сказал. Все пересрали сразу. Пока какой-то информации нет, но я думаю, что просто мафия с той стороны, и если неправильно, все, время пробуют убивать. Мою. Вы посмотрите. Продолжаем круг. Там есть. Маму. Если это вообще мысли либо Валерия, либо завалили меня. Потом пока. Вы сказали. Я думаю, это Валера и Лера. Да, что ж. Да, практически уверена. Я вообще сейчас не считалась, да. Ну, самая чихония или какие-то подозрения. Да, это самая Лера и Лера. Ну, не знаю. Ну, это чисто моя женская привычка. Смотрите, я сейчас крест начала зашла. Вот эти сильно дикие. Все, принято. Первый. Говорите мне, кто представляет меня. Кто в живых, поднимите руки, Лера не помнит. И вот еще живые. А, да, мне кажется, мафия, вот и Валера. Нет. Я, короче, Валеру мочу, да, я за всех сидел. Лилия, 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 голосуем. Оля, Оля, прошу прощения. Все, он хочет убить Ульсу, но он начал работать. Не попал в тупо погубы. Просто смотрите, сейчас у нас очень важный такой момент, потому что вы должны выбрать хоть одну мафию. Решающий. Да, если то есть если вы сейчас не угадаете мафию, вы проиграете. Значит, будете меня снимать? Нет. Проголосовал. Я не знаю, что это вообще.
Оля. Я вам всем говорю. Я не обманывал. Три по два. Вспомните прошлую игру. Пускай переголосуют. Бери за троих, получается. Поднимите, у кого по два, и держите первый. Оля, один палец. Ты же варишь? Ну, от девочек. Лера, получается, убивает и поздравляю. А я не могу голосовать. Я мирный житель. Все, мафия победила. Мафия победила, мафия, поднимите. Поднимите руку. Это вот, по-любому. Я мирный житель. Я сразу сказал, Ира и Андрей. Сразу сказал. Ира, я Я сразу, Ира и Андрей, все. А я с самого начала. А, ты меня не вылечил. Класс. Молодцы. На этом игра закончена. Всем спасибо за внимание.